Ассаламу алейкум, хурметты Казахстан. Сегодня вот новость интересная. Аким Усть-Каменогорска высказался по поводу логотипа города и названия Усть-Камен. Во время очередной отчетной встречи Аким Усть-Каменогорска с населением, которая проходила в онлайн формате, одна из горожанок задала Жаксылыку Омару вопрос о новом логотипе, передает yukanews.kz. Вот она, значит, фотография Усть-Каменогорска. Девушка поинтересовалась, почему при создании нового логотипа Усть-Каменогорска не был использован герб города. То есть сейчас я вам покажу, значит, какой был старый логотип. Вот там, видите, справа. Вот я показывал справа, вот там был старый логотип. То есть было написано Усть-Камен на казахском, внизу на русском Усть-Каменогорск. И крепость вот эта вот, видать, казачья вот эта военная крепость. Год стоит 1720 год. Ну, вот такой, значит, был раньше логотип Усть-Каменогорска. И Аким, они поменяли этот логотип, поставили, вот теперь показываю, новый логотип. Видите? То есть горы, Усть-Камен и речка, вот две речки, да? И вот давайте почитать, что он там сказал. Девушка поинтересовалась, почему при создании нового логотипа Усть-Каменогорска не был использован герб города. А что с нашим гербом? Ведь у города был герб. У нас придумали новый логотип, горы и две реки. На гербе тоже есть горы, есть дата установления крепости, 1720 год. Почему его нельзя было использовать как логотип? Спросила жительница Усть-Каменогорска. Жаксылык Омаров дал разъяснение по вопросу. Мы много занимались этим логотипом. Пригласили архитекторов, дизайнеров. Посмотрели логотипы других городов, европейских стран. Нигде нет никаких цифр. Стиль называется минимализм. То есть пара элементов, которые должны характеризировать город. Поэтому не надо вот такого большого с гербом, с каким-то тяжелым рисунком, какими-то цифрами. Все знают цифру 1720. Все знают Усть-Каменогорск, все знают Усть-Камен. Логотип на двух языках, я думаю, это более приемлемый, нормальный вариант. Иметь герб нельзя городам. Герб может быть только один, государственный, объяснил Аким. И вот Жаксылык Омаров также разъяснил смысл слова Усть-Камен. Видите, вот новый логотип, сейчас Усть-Камен. Кстати, Усть-Камен это не набор букв, как некоторые говорят. Это слово переводится на русский язык, как я вырос здесь. Я родился здесь. Усю, вот, Усть-Камен, это расти. Мен это я. То есть я вырос здесь, это моя земля, мой город, заявил градоначальник. Ну, хотел добавить, конечно, свое мнение. Вот еще раз я вам покажу. Старый был герб вот такой. Видите, горы, две реки. Справа, слева, сверху была Усть-Камен на казахском. И снизу русский Усть-Каменогорск. Крепость казачья, вот эта войсковая. Из этой крепости, которую они убивали казахов наших предков, значит. Правильно убрали эту крепость. Зачем она нам нужна? 1720 год. Зачем нам это? Правильно Аким говорит, зачем надо? Вот красивый, показываю вам новый логотип. Усть-Камен, горы, две реки. Минимализм. То есть переводится Усть-Камен. То есть я рос, да. Я рос здесь, родился здесь. Поэтому я считаю это отличный Аким. Города Усть-Каменогорске. Поэтому, как молодежь всегда говорит, поэтому Жаксылык Омару, респект вам и уважуха, как говорит молодежь. Молодец, Жаксылык Аким Усть-Каменогорск. Вот, молодец. Видите, какой герб сделал. Я думаю, Петропавловске тоже надо все это убрать, оставить Кызылжар, город переименовать Кызылжар. И все на этом, и закрыть эту тему вообще. Чтобы хорош вот это вот, я говорю, президент Ельбасы, когда еще сказал о десоветизации?
колонизации. Вот уже сколько лет, он уже сказал, вот до сих пор не могут его, значит, поручения на местах выполнить. Но я думаю, что сейчас у нас пройдет вот это, как его называется, перепись населения. Я был в Акимате, узнавал, они мне так и сказали. Ергали, не переживай. Сейчас, говорит, все деньги, финансы уйдут на перепись населения. А потом, говорит, вопрос по переименованию поднимем. И улицу, и город. Поэтому все идет по-нашему, все идет и будет по-нашему. И логотип, видите, теперь наш. А был он какой-то казачий, видите, его крепость. Две горы какие-то. Вот. Поэтому все идет хорошо. Поэтому, кому понравился видео, ставьте лайки. Пишите комментарии, хорошие комментарии. Распространяйте мое видео, друзья мои. С уважением, с вами был Ергали. Ассаламу алейкум, рахметуллахи ва баракатух. Яку акбар, нурпахтармас. Өзімізні тау елсізімізді біз силамасақ, біз осын тау елсізімізді біз сақтамасақ, оны ешкім сақтамайды, ешкімге ол керегі жоқ біздің тау елсізімізді. Тек қана бізге, қазақтарға керек. Сондықтан аман болыңдар дейм. Көк бөрін ұрпақтары, бейнемді таратындар, жігіттер, бейнемді таратындар, лайк қойындар, комментарий жазындар. Сіздермен болған Ерғали. Салам алейкум, рахметтуллахи ва баракат. Біз жеңеміз түбінде, біз жеңеміз, бізді қалат. Аллаху акбар.